Как отключить пин-код на Windows 11? Как удалить пин-код? Открываем пуск, переходим в параметры. Переходим в учетные записи, либо можете нажать сверху учетные записи, варианты входа. Выбираем пин-код Windows Hello. Удалить у нас неактивно. Невозможно удалить пин-код. Дополнительные параметры. Для повышения безопасности разрешите Windows Hello для учетных записей Microsoft на этом устройстве рекомендуется. Отключаем этот пункт возвращаемся во вкладку Система и повторно переходим в учетные записи выбираем варианты входа пин-код теперь он стал активным удалить теперь мы можем удалить вы действительно хотите удалить пин-код удалить нужно ввести пароль от аккаунта Microsoft нажмем ОК OK. пин-код был удален теперь перезагружаем компьютер теперь вместо пин-кода он требует пароль пароль от аккаунта Microsoft для того чтобы убрать пароль от аккаунта Microsoft открываем пуск. Переходим в параметры Учетные записи Ваши данные. Учетная запись Microsoft. Войти вместо этого с локальной учетной записью. Далее нужно ввести пароль от аккаунта Microsoft. ОК. Это у нас локальная учетная запись. Пусть это будет юзер Пароль мы не будем указывать. Нажмем Далее выйти из системы и закончить работу. Повторно входим в систему, теперь мы заходим под локальную учетную записью. Не под аккаунтом Microsoft, где нужно ввести пароль либо пин-код, а под локальной учетной записью.